Good morning. Thank you very much for being here, and thank you for the invitation to be in Kazan Federal University. My talk today will focus on changing teacher education, and I am talking mainly about initial teacher education. I am aware of the translator, so I'll try to speak slowly. So I will focus on initial teacher education and particularly on the research dimension. I will share with you some thoughts and some ideas about the curriculum of initial teacher education, particularly after the implementation of the Bologna process. And at the moment in my university... В данный момент в нашем университете мы проводим сравнительные исследования по 10 годам наших... В первую очередь я бы хотела сказать, что я буду говорить о двух публикациях недавних, которые были опубликованы в 2018 в журнале «Образование и знания». Это and research-informed practice, and also another chapter from a book. Это статья из глава из книги о практике обучающих программ. Я буду исследование и лучшее профессиональное развитие в постболонском процессе. Что нам говорит литература о начальном педобразовании и подготовке учителей? Это важное измерение, это достаточно спорное измерение. Если мы посмотрим на литературу, здесь было много обсуждений. Нужно ли связывать исследования, практику и теорию? Но, как я уже говорила, существуют разные интерпретации, разные понимания того, что такое исследование начального образования, подготовки начального образования. Сейчас растет признание важности использования исследования для того, чтобы информировать на практике и усилять профессионализм и улучшать профессионализм учителя. Это считается ключевой характеристикой в начальном образовании. Необходимо поддерживать и мобилизацию знаний через развитие подходов и в интеграции исследований на практике. Таким образом, мы видим связь теории и практики, которые являются критическим в литературе, критическим вопросом в литературе, и мы решили подойти через подход исследования. Мы также рассматривали отчет Британской ассоциации образования. Вы также видите важность для всех учителей начинать с исследования литературы для того, чтобы получать возможности и участвовать в других исследованиях для усиления и роли учителя и профессионализма учителя. И нужно понимать, что школы и колледжи должны рассматриваться как сфера для исследования для учителей. И эту работу важно проводить в партнерстве вместе в контексте современного мира. И мы давно решили ввести эту программу, это знание на основе исследований в нашем университете. Если мы посмотрим на законодательные базы в Португалии, мы увидим картину, что мы подразумеваем под начальным образованием, инициацией. И учитель в Португалии должен иметь степень магистра.
Это обязательно для работы на начальном уровне образования, для среднего уровня образования. Это второй цикл образования или вторая ступень образования, магистерская степень для работы учителя. Необходимо иметь определенные навыки, знания, компетенции, которые учитель должен непрерывно развивать. Это важная черта. Это документ нашего Министерства образования. Это исследование, выполненное на уровне профессиональной квалификации. Оно основано на исследованиях. И если мы говорим о степени магистра, было принято, что оно должно включать также исследования. И еще одна черта – это важность практической работы или практики, которая включает сотрудничество, наставничество наставника, или это означает партнерство между школами и университетом. Это обеспечивает качество подготовки учителя и его квалификации для начальной работы. Какова модель на данный момент для педобразования? Эта модель была озвучена в 2008 году, почти что 11 лет назад. Мы говорим о последовательной модели. Это означает, что это двухстадийная модель. Квалификация для учителей и для преподавания получается после 3 лет обучения в бакалаврской программе и 2 лет в магистерской программе. Вы необходимо сдать, проучиться 3 года на бакалавриате и для того, чтобы преподавать математику, еще 2 года в магистратуре. И нельзя стать учителем только с бакалаврской степенью, как я уже говорила, вплоть до школьного образования и средней школы. Все программы для педообразования в Португалии находятся в контексте высокой квалификации подготовки, и мы отвечаем всем задачам в выполнении программы обучения на практике, и мы можем реструктурировать наши программы и перейти с 5-летней программы до 2 лет в магистерской программе. Как я уже, одна ключевая момент – это последовательная модель. Она подразумевает разделение между степенью в математике и преподаванием математики. Это не очень хорошо. И еще одна важная ключевая черта – это, как я уже, это глобализация профессиональной практики, сосредоточенность на 2 годах, которые будут посвящены практической работе, но парадоксально ему приписывается самый высокий статус на практике. Важно уделять большое время, большое внимание практической работе, но и обучению. И здесь очень важно подчеркнуть, что мы разрабатываем новый подход к практике. И здесь включается компонент исследования. Мы включаем его в практическую работу, в которой студенты отчитываются по окончании практики и оцениваются. Вкратце, ситуация до Болонского процесса. Мы использовали интегрированную модель в педообразовании, в подготовке учителей. Это было 5-летнее образование. Это было очень хорошо, это было полные 4 года в университете и 1 год практики, как было в моем случае. И подготовка теперь перешла на магистерский уровень. Как я уже сказала, это подготовка в предметном знании и подготовка педагогических знаний. Но происходит обобщение этих процессов на практике.
Что включается в 5 обязательных компонентов в подготовке? Подготовка предметного, оценивание, управление класса, психологическое развитие и так далее. Специфическая дидактика, например, как обучать математике, как обучать португальскому, профессиональная практика и культурные, социальные и этические оценивания, которые относятся к ценностям в работе учителя, в приобретении навыков для студентов, которые станут учителями. Я бы хотела привлечь ваше внимание к практикуму, который является одним из очень важных компонентов. И практикум основан на 4 целях. Обеспечить критическое понимание и в интервенцию в педагогический контекст. Это значит осуществлять, оценивать педагогические проекты, которые включают все упомянутые измерения. Для углубления развития предметного знания и педагогической компетенции, развивать исследовательскую культуру и сотрудничество в профессиональном подготовке, развивать интеграцию культурных, социальных и этических аспектов профессиональной подготовки. Это рациональный подход для практической работы. И давайте попробуем проанализировать, что произошло за последние 10 лет, в течение которых эта модель была внедрена. Практикум рассматривается как единица обучения. Она включает исследование профессионального контекста, обзор профессионального контекста. Это происходит за 2 года в магистратуре. Оно включает внедрение исследования на практике, потому что учителю необходимо развиваться, составлять педагогические проекты в школе, составлять конечный отчет, который предоставляется в открытом виде. Возникает новая роль сотрудничества школы и университета. Одна ключевая черта – это ориентированность на студенты в демократической среде образования, которая основана на ценностях, поскольку будущие учителя будут работать в педагогической среде. И еще один ключевой принцип для практики – это связывать теорию, практику и исследование. Поэтому студенты должны принимать решения о педагогических действиях на основании исследований. Вот это наша модель, которая включает концептуальное измерение, стратегическое измерение и аксиологическое измерение. Будущие учителя разрабатывают определенную рамку на практике, в которую входит предметное знание, контекстуальное знание, стратегическое измерение означает методологию, анализ, разработку программ по предметам. Но важно, есть еще и аксиологическое измерение. Будущие учителя должны понимать и делать это явным, и понимать ценности в их профессии, этические, политические, должны понимать свои действия и их последствия. Мы провели исследование, сосредотачиваясь на отчетах у студентов, и вот к чему мы пришли. Один относится к подходу преподавания, который специализируется на специализированной литературе и оценивании, которые заканчиваются последующими тестами.
Исследовательский подход, другой предлагает проведение исследования, включая оценку их воздействия. Идея стоит в том, чтобы готовить способности учителей принимать решения, какие методики именно использовать, и конкретные решения в конкретной ситуации. Но мы также нашли проекты, которые похожи на подобные исследования. Информация собирается во время преподавания, которая не соответствует требованиям практики. Это были три подхода, которые нужно было исследовать. И мы проанализировали отчеты преподавателей об их практике. Многоаспектный подход, различные понимания исследований. Ну, они определяются изменениями. Очень сложно было определить связь педагогических и исследовательских целей. Также было возможно определить многообразие способов сбора данных, контекстуальные и образовательные знания, и также мобилизацию, использование различных знаний в отчетах преподавателей, применение различных проксиологической эпистемиологии. Очень положительная обратная связь с учетом тех вызовов, которыми приходится иметь дело. Один из вызовов связан с наставничеством, поскольку наставники в школах не использовались в контексте данного подхода к исследованию. Но что мы сделали? Мы разработали для сотрудничающих учителей, помогающих учителей, к программе подготовки, которая им была предлагалась нашим университетом. 25 курсов для того, чтобы они были лучше знакомы с нашей моделью и с нашим подходом, с нашей философией к этой практике. И, конечно же, все университеты предоставили нам экспертов по определенным дидактикам, по мониторингу, и они участвовали в этих программах, и эти учителя должны иметь по крайней мере 5 лет опыта работы. Это очень важно для того, чтобы у них была подготовка по именно наставничеству и по мониторингу. У кого-то из них магистерская степень в данной специальности именно по ведению будущих учителей. Какие вызовы? Какие сложности связаны с этой моделью? Одна проблема связана с исследованием, поскольку исследование требует времени. И двухгодичная степень практически в один год, очень плотный график, и до этого бывает недостаточно, чтобы разработать более обстоятельный и всеобъемлющий проект. Есть определенный риск, что практика станет более академичной и менее профессионально ориентированной. Видите, когда мы анализируем отчеты по практике, там были определенные направления, различные взгляды на исследования, как я сказал, и вы можете сказать, что можно определить различные расхождения между различными субъектами. Например, будущие учителя, преподаватели английского языка, их отчет отличается от, например, будущий преподаватель математики или физической культуры. То есть нужно, конечно, это тоже учитывать в этой работе. Наблюдение и, соответственно, эти учителя, которые осуществляют ведение, они должны учитывать все эти роли, поскольку мы говорим о акценте, который бы они подчеркнуть именно в этом контексте исследований. Нам нужно также расширить их профессиональные компетенции для того, чтобы стать партнерами педагогических исследований и тех обновлений, которые мы хотим интегрировать. Есть также необходимость разработки специальной программы педобразования, где учителя и учителей будут работать со всей этой коммуной и будут изучать имеющиеся практики и улучшать их. Это то, что мы реализуем на базе моего университета. И в итоге, какие уроки мы извлекли из этой работы? Их много, конечно же, но я не буду подробно останавливаться на всех. Один из них — то, что мы обнаружили за последние 10 лет, в течение которых мы реализуем эту модель, исследования чрезвычайно важны для будущих учителей, чтобы они поняли, что они делают, но еще более важно, почему они это делают, какая у них мотивация. Некоторым образом, чтобы описать и оценить их решения, которые они принимают именно в плане педагогики, которые они выбирают. То есть исследование как ключевой элемент в начальной подготовке преподавателей, когда мы увязываем теорию и практику. Для того, чтобы преодолеть
и этот разрыв, с которым сталкиваются учителя. Они говорят, что это слишком теоретично и нет никакой связи с практикой. И используя этот подход к исследованию, будущие учителя легче увязывают эти два столпа. Следующий момент связан с коллаборацией, сотрудничеством между двумя элементами профессионального знания. Они не разделены. Они представляют собой такой коллаборационный подход и коллаборационные проекты между школами и университетами через проекты, исследовательские проекты, включая наблюдателей, будущих учителей, наставников и других преподавателей школы. Но есть определенный акцент, есть необходимость расширить это коллаборационное поле практики, поскольку учителя ориентируются больше на своих индивидуальных особенностях, но у них бывает недостаточно времени, чтобы реализовать это более в обширной сети, со взаимодействием с другими участниками этого процесса. Также очень важно разрабатывать более комплексное, глубокое понимание процесса наставничества, поскольку мы говорим о практике на уровне магистра, и эта практика в рамках этого подхода, этой парадигмы, поскольку это включает методологические, эпистемологические, аксиологические критерии, контексты. Это как для наставников, для наблюдателей, для будущих учителей, для учителей в школе и для тех, кто готовит преподавателей, для того, чтобы они понимали, и у них было общее такое поле, общий знаменатель, готовя этих преподавателей для их будущей работы. И именно поэтому очень важно реализовать этот скрытый и основной фундаментальный учебный план. Он не связан, как эти компоненты инициальной подготовки увязываются вместе. Это также связано и подразумевает управление этим учебным планом. Это связано с тем, что делают те, кто готовит учителей, преподавателей в педагогических вузах, не только о предметах, и то, как они доносят это в рамках учебного плана и начальной подготовки. То, как они выполняют свою работу, выполняют эту роль. Еще один аспект, который я определила, связан с педобразованием и с работниками педобразования, связан с идентичностью и профессиональным развитием. Что они делают, те, кто готовит учителей? Как они воспринимают себя? Как они себя сами самоопределяют? Есть вопрос идентичности, профессионального развития и развития профессиональной компетенции. Поскольку некоторые коллеги, которые работают на этапе начальной подготовки преподавателя, не рассматривают себя как таковые, потому что они называют себя кем угодно и рассматривают себя кем угодно, потому что, например, я преподаю социологию. Есть необходимость проводить анализ той роли, которую мы выполняем, как те, кто готовит учителей. Некий такой комплексный анализ на протяжении ретроспективы последних 10 лет. И готовя этих будущих учителей в рамках этой модели. В конце еще один вопрос, который требует рассмотрения, это развитие комплексной, исчерпывающей логики для определения идентичности будущих преподавателей, поскольку это они должны определить эти связи между различными корпусами знаний. Это в рамках их компетенции. Но есть эксплицитно не только взгляд, но и развитие профессиональной идентичности будущего преподавателя. Это особенно важно, поскольку мы переходим от пятилетней степени, которую когда мы получаем в течение 5 лет, к 2-летней. Она более компактная, все сжато. И, соответственно, задачи перед ним стоят те же в более короткий срок, обеспечить это профессиональное развитие, обеспечить развитие их профессиональной идентичности. Я думаю, это то, что я хотел с вами показать. Спасибо большое.